В августе этого года мы уже рассказывали вам об автосалоне, сотрудники которого, мягко говоря, обманывали своих клиентов. Тогда в Саратове были задержаны 3 сотрудника. В ходе оперативных мероприятий на днях сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главко задержали еще 4 граждан, обвиняемых в мошенничестве. 2 фигурантов задержаны в Саратове, других 2 оперативники задержали в Санкт-Петербурге в ходе служебной командировки. Злоумышленники с сентября 2020 по август 2021 года осуществляли мошеннические действия в отношении граждан при реализации автомобилей и дополнительного оборудования. Являясь сотрудниками одного из автосалонов в городе Саратове, они убеждали покупателей по выгодному госконтракту обменять их старые машины на новые, обещав при этом внушительную скидку и низкий процент по кредиту. По факту клиенты обговаривали с сотрудниками договор на один автомобиль, а в реальности фигуранты путем обмана вынуждали их взять кредит на другое авто, причем с завышенной ставкой. Далее, по различным причинам того автомобиля в наличии не было. Поэтому сотрудники автосалона предлагали выбрать машину для покупки из того ассортимента, что имеется в наличии в салоне. В итоге потерпевшие практически за бесценок продавали свой автомобиль и оставались должны банкам денег. От деятельности подозреваемых в Саратове пострадали 43 гражданина. Общий материальный ущерб превысил 5 миллионов рублей. Возбуждено 43 уголовных дела о мошенничестве, которые в настоящее время соединены в одно производство. В отношении 2 подозреваемых избрано меры пресечения в виде подписки о невыезде. 5 фигурантов Октябрьский районный суд города Саратова заключил под стражу. Если вы пострадали от действий данного автосалона, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам, указанным на экране. Анатолий Чернов, Анастасия Безрукова, дежурная часть, Саратов.